Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков. Верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая курские, белгородские, брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями. Делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия. Строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения!